ходе оперативных мероприятий с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Саратову при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресечена преступная деятельность троих местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении наркотического вещества растительного происхождения массой 134 грамма. Кроме того, полицейские установили, что мужчины оборудовали наркоплантацию на приусадебном участке в Татищевском районе. Для организации противоправной деятельности злоумышленники приобрели 2 дачных участка, на одном из которых в ходе осмотра полицейские изъяли 35 кустов конопли. В доме, расположенном на 2-м участке по соседству, оперативники обнаружили и изъяли готовую продукцию – около 9 килограммов марихуаны и частей сорванного наркосодержащего растения, которое хранилось в контейнерах. Следственному управлению, Управлению МВД России по городу Саратову возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231, а также частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Горе-садоводам грозит до 10 лет лишения свободы. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.